С момента свадьбы Азиза с итальянским ресторатором Александра Лорте прошло всего пару месяцев. А уже оказалось, что семья по уши в долгах. Причем, если раньше говорили только о долгах мужа итальянца, то сейчас стало известно, что у Азизы их еще больше. Как оказалось, у Азизы больше миллиона непогашенной задолженности по кредитам, поэтому она уже давно находится в черном списке у судебных приставов. Это значит, что ни о каких поездках за границу не может быть и речи. А ведь певица собиралась венчаться в Италии. Пока о концертах звезды не слышно, так что не исключено, что ради венчания за границей Азиза обратится за новым займом. Но брать кредит для погашения кредита – тупиковая ситуация. Проблема только усугубится. Но это еще не все. Юристы обрисовали финансовые перспективы Азизы и ее мужа. Учитывая, что брачного контракта нет, долги, которые брались до регистрации браки, не делятся при разводе. Каждый должен платить свои долги самостоятельно. Другое дело совместные обязательства или нажитое имущество. Обычно для этого требуется разрешение супруги, но да, тогда они платят пополам в случае расторжения брака, ипотека или какие-нибудь другие кредиты, объяснил адвокат Князев Андрей Геннадьевич. Так что, если одни из супругов сможет доказать, что долги появились до брака, то платить по ним не придется, но если таких доказательств не найдется, то все обязательства будут разделены поровну. И тут в выигрыше окажется тот, у кого их было больше. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.